Сегодня в меню – салат бедняк. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль по вкусу. Лук 100 грамм. Чеснок 1-2 зубчиков. Картофель 200 грамм. Сахар 0,5 чайных ложки. Огурец соленый 2 штуки. Перец черный молотый по вкусу. Растительное масло 100 мл. Фасоль красная 200 грамм, у меня консервированная. Салат бедняк называется так, потому что продукты для него вполне доступны многим, но это никак не влияет на его внешний вид или вкус. Салат получается сочный, пикантный и довольно интересный на вкус. Подготовьте все ингредиенты. Огурцы нарежьте небольшой соломкой. Добавьте к огурцам фасоль. Очистите лук, нарежьте маленькими кубиками и залейте кипятком на 3 минуты. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь жидкости. Добавьте к луку 1 чайную ложку сахара, 1 столовую ложку растительного масла, соль и перец по вкусу. Перемешайте и добавьте к остальным ингредиентам. Хорошо перемешайте. Картофель нарежьте тонкой соломкой. Промойте и подсушите. В раскаленную сковороду с растительным маслом выложите партиями картофель и обжарьте до румяной корочки. Для того, чтобы убрать излишки масла, картофель откиньте на бумажное полотенце, либо на салфетку. После солим и перчим. Соберите салат. Выложите овощи на тарелку для подачи и сверху выложите обжаренный картофель. Салат бедняк готов. Салат состоит из простых ингредиентов, он не только сытный, но и вкусный. Попробуйте для разнообразия повседневного меню, и возможно вы захотите его повторить не раз. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!